Если отношения в семье – это погода в доме, то теща, как правило, это приходящий циклон. Андрюшечка! Да? Ты же помнишь, сегодня моя мама приезжает, чтобы с тобой познакомиться? Зайчик, конечно, помню. Я просто переживаю немного. Она с моим бывшим не в ладах была. Котеночек, я тебе обещаю, я сделаю все для того, чтобы мы с твоей мамой были в хороших отношениях. Хорошо. Тогда ты не против? Я позвонила там в одно агентство, теща на час. Ну, приедет актриса, порепетируешь с ней и все. Зайчушек, если честно, мне кажется, это бред. Не, ну если прям для тебя это так принципиально... Ну... Да, тогда я на маникюр, а ты пирожок там достань, пожалуйста, в духовке. Ё-моё, ещё перо какое-то. Да, доченька, в автобусе появилось свободное место, поэтому я уже у вас. Да не переживай ты. Мы с Андрюшей найдем общий язык. Пирог. Все, пока. Здрасте. Здравствуйте, мой будущий зять. Я мама Лены. А, понял. Мама Лены, все понял. Подождите, а как вы в квартиру попали? Так Леночка же мне ключи сделала. Ничего себе, как у вас там все продумано. Слушайте, тут так удачно совпало. В общем, Лена ушла, поэтому давайте я с вами рассчитаюсь, и вы поедете себе. А Лене скажем, что у нас все хорошо прошло. Что-то я вас не понимаю. Поймите, я не знаю, как у вас это правильно делается. Давайте оформим это как ложный вызов. А я вам за это 500 гривен дам. Да не нужны мне ваши деньги. Слушайте, вы умеете торговаться, давайте 1000. Да я вообще-то приехала с вами познакомиться. Женщина, я не претендую на роль идеального зятя. Давайте я вам 1500 дам, и вы уйдете. Господи, а Леночка о вас совсем другое говорила. Да ё-моё, сколько же вам там платят, если вы из образа выйти не можете. Хорошо, давайте по-вашему. Мамочка! Ну, наконец-то вы приехали! Проходите! Ну, так-то лучше. Ой, я же вам вареницы привезла. А, все, ясно. Женщина, я ничего у вас покупать не буду! Да это ж бесплатно. А это что? Пирожки. Мой фирменный рецепт. Женщина, купить на остановке позавчерашние пирожки не называется фирменный рецепт. Да что вы себе позволяете? Да я же старалась, пекла их все утро. С вами все ясно. Браво! Слушайте, вы прям так мерзко это все говорите. Как у вас это получается? Слушайте, прям как настоящая теща. Слышь ты, придурок! Господи, не думала, что у моей Елены такой мерзкий вкус! Женщина, за словами следите, пожалуйста! Я вообще до приезда Елены с тобой не собираюсь разговаривать! Отлично, пусть Лена приезжает и сама вас отсюда выгоняет! Привет, сосед! Здрасте! Здорово, Димон. Слушай, такая тема. Завтра у шефа день рождения. Я ему подарочек купил. Как ты думаешь, пойдет? Ну, так же ж не проверишь. Тут открывать надо. А я мама Лены. Здрасте. Послушайте, мама Лены, вы говорили, что будете молчать. Пожалуйста, придерживайтесь своего плана. А, так ты алкаш. Вот потому у тебя эти галлюцинации от алкоголя. Да, у меня сейчас галлюцинация от алкоголя. Вот сейчас вижу ведьму на метле. Слышь, Андрюх, может, я не вовремя, а? Да не, нормально, не обращай внимания. Господи, зачем я сюда приехала? Женщина, вас никто не держит! Вставайте и уходите отсюда! Я ее полчаса выгнать не могу.
Ты думаешь, так можно? Так нужно. Слышь, Андрюх, а ты бы мог то же самое только моей теще сказать, а? Димон, ты что, больной? Теща – это мама жены. Это почти как родная мама. Я что, животное так с мамой своей разговаривать? Что ты врешь? Женщина, закройте уже свой рот! Слушай, ну я тогда вообще ничего не могу понять. Чего ты со своей так себя ведешь? Это не моя теща, это женщина из агентства «Теща на час». Пробник тещи. Ленка вызвала, чтобы я потренировался. Да ладно? Серьезно? Это пробник? Да. Женщина, вы так мерзко это все говорите. Прям как настоящая теща. Я и то же самое говорил. Слышь, Андрюх, а можно я ей, ну так сказать, выговорюсь? Пожалуйста, мы ее, наверное, часа на полтора арендовали. Мама! Что ж ты приехала к нам на 2 дня, сидишь уже 4 месяца? Да, я храплю. Но я храплю для того, чтобы твой храп заглушить. И главное запомни, мама, это моя квартира. Как хочу, так и хожу. На! Я дома. Мамулечка, привет. В смысле, мамулечка? В смысле, мамулечка? Я пошел. Вы хорошая женщина. Ну, мамулечка моя, у нее просто раньше получалось приехать, поэтому я отменила тещу на час. В смысле отменила тещу на час? Мамуль, как тебе мой Андрюша? Замечательный. Серьезно? Серьезно. Представляешь? Рассказал мне по секрету, что завтра купит тебе новые сапожки. Да? Да. Да. Класс! И это еще не все. Как не все? Пообещал, что купит нам с тобой путевки в Египет. Серьезно? Да, меня прям попёрло сегодня. Но и это еще не все. Может, все? Нет. Еще пообещал, что мы выпьем. А, это я могу. А за что пить будем? За то, что Андрюшечка предложил мне пожить у вас, сколько я захочу. Нет! Да! Нет, она ведьма! Да! Нет! Ha 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 ha!